Здорово, народ! Речь сегодня пойдет вот об этой гитаре. Это, наверное, самый красивый улов, который у меня случился в секонд-хендах. Просто зацените сами, да? Как вам вообще видок? Стратокастер, сейчас я вам о нем расскажу. Сзади, кстати говоря, дека, обратите внимание, черного цвета. И здесь у нас... Видите, по бокам проходит белый такой кремовый цвет. Что это за гитара? В общем, я ехал за гитарой, за одной, за стратокастером в музыкальный магазин, за новой. И такой подумал, думаю, прокачусь-ка я на всякий случай по секонд-хендам, растяну удовольствие, мало ли я что-нибудь найду. Перед тем, как платить, лишаться денег, думаю, надо растянуть удовольствие. И заезжаю в один секонд-хенд, и там висит вот это чудо. Я такой думаю, это что такое у нас вообще? Короче, фирма это не ясна. Называется эта гитара Worship. Но ничего в интернете я не нашел. Но видно, что над этой гитарой кто-то изрядно потрудился. Если мы с вами посмотрим на нее вблизи, у нас здесь хамбакер, middle и neck. Соответственно, сингла, да? И обратите внимание, на хамбакера есть отсечка, что уже очень странно, да? То есть вот у нас, давайте послушаем хамбакер. И сингл. Реально все работает, да? Хамбакер. Сингл. Реально так и есть. И у нас здесь только одна громкость и только ручка тона. Все реально работает. То есть, что уже говорит о том, что это какая-то гитара, которую кто-то делал под себя. Звукосниматели здесь стоят Wilkinson, что неплохо, согласитесь, да? То есть, не какие-то ноунеймовские или еще что-то, а кто-то явно делал из этого инструмент. Звукосниматели Wilkinson... По ощущениям от игры, такие довольно динамические. По ощущениям обычные звукосниматели такие, не знаю, килоом 8-9, то есть что-то из этого рода. И, конечно, она очень красивая. Смотрится просто великолепно. Как вы знаете, как какой-нибудь... Даже не знаю, с чем его сравнить. Напишите в комментариях, вот на что похож данный инструмент. Вообще, он мне отдаленно чем-то напоминает стратокастер Стиви Райвона, который у него вот это была гитара Хамильтон, или Гамильтон, как правильно ее говорить, да? То есть, такой типа темноватый стратокастер. Но и у него дека все-таки такая нестандартная для стратокастера, потому что нет вот этих вот скругленных таких углов. То есть он такой, знаете, как будто как Les Paul, так вот, да, типа, но в виде стратокастерной деки. Здесь тоже есть у нас, что называется, подпузов вырез. Что сказать по звуку? По звуку я эту гитару брал специально, чтобы как раз блюзить. Эту гитару я хочу на джемы начать вывозить, короче, какой-то, играть музончик именно вот с ней.
Когда я ее купил, были очень низко посажены звукосниматели. Звукосниматели я приподнял повыше, и ну, заметно получше стал звук. Отклик такой стал, как мне нравится, как получше. Потому что, ну, если опустить звукосниматель совсем вниз, то вы знаете, да, то у нас такой сразу винтажный звук становится. Он такой подальше звучит, немного такой поглуше. Ну, такой, короче, в общем, помутнее становится звук. Если приподнять, то он становится вот такой более ярко читаемый. Если совсем приподнять, прям к струне, то будет прям через чур. Так, что отдельно можно сказать о машинке от Tremolo? Она работает, работает нормально, ей можно пользоваться здесь. Строй остается. Ну, конечно, переусердствовать не надо, вот, но в плане блюза, чтобы что-то там немножечко вот так вот подвибратить, да, нормально получается. Немножечко даже эта машинка работает вверх. Немножко, да, как будто бы... Ну, где-то на четверть тона она наверх еще заводит. Так, что еще сказать? Очень тоненький гриф, но гриф не сказать, что вообще какой-то шедевральный. Гриф такой довольно обычный. Тоненький, тоненький. Ощущается как такой подешевле прям совсем, ну и, конечно, просто смешные лады. Лады прям позорные. Вообще, по идее, но я тут уже заехал в одно место к мастеру и сказал, надо бы на самом деле их, наверное, все-таки поменять. Ну, поставить нормальные лады человеческие. Пошире, повыше, побольше, позвонче, поярче. Внешним видом. То есть здесь, конечно, стоит, что я называю, позорная проволока. Играть, конечно, можно, но мне ощущение не нравится. Так вот, слегонца в этих ладах пальцы вязнут. Если лады поменять, будет инструмент вообще сногсшибательный. Wilkinson нормальный, в принципе, дают они звук. Но вот эта гитара, она все-таки оказалась больше такая, вы знаете, такой стратокастер. Все-таки не с таким он блюзовый, не с блюзовой такой душой, а все-таки с такой, немножко такой рокерской душой. Вы знаете, он типа вот а-ля, даже под классик рок чем-то подойдет. Я уже на Distortion играл здесь на канале на нем. Можно попробовать, кстати, и Distortion, конечно. Yeah.
Что ж, вот такая машина. Как вам нравится? Стоит ли от нее избавляться или оставить? Не знаю, внешне, конечно, просто бомба. Причем внешне, ну, в реальности смотрится она прям бомбически. Здесь, конечно, на видео не видно всей красоты, потому что когда я приехал в секонд, она такая висит, сверкает, я такой думаю, я как ослик на морковку вот так пошел, на вот этот сияющий цвет. В общем, внешне, конечно, она бомбическая. Здесь, кстати, у нас стоят еще и нормальные колки, тоже хорошие. То есть кто-то явно заморачивался. В общем, кто-то брал инструмент под себя и что-то из него делал, потому что что это изначально было такое, непонятно. И, кстати говоря, порожек даже костяной. В принципе, инструмент, не знаю, ну, надо вот поменять лады. Поменять лады единственное, что... В общем, вот такой беглый обзор. Что думаете, господа? Темно такой вишневый цвет у него, бордовый на самом деле. Сзади черный. Окантовочка кремового цвета. Ну просто все, что нужно, есть. До следующих видео, пока.